Аврил Лавин выпустила первый после болезни клип. Певица несколько лет боролась за жизнь с болезнью Лайма. Ролик она также посвятила битве со смертельным недугом. Канадская певица Аврил Лавин впервые после нескольких лет тяжелой болезни выпустила клип. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы. Клип на трек «Head Above Water» за день собрал больше 2,2 миллиона просмотров. В ролике Лавин в белом шифоновом платье гуляет вдоль обрыва, с которого падает в воду. Клип посвящен борьбе певицы против болезни Лайма и ее фонду, который она основала после того, как одолела недуг. По словам самой Лавин, время болезни стало для нее самым тяжелым в жизни. Но именно недуг помог ей написать музыку, которой она сейчас гордится. В 2018 году Аврил Лавин начала работу над первым за 5 лет альбомом. В конце сентября певица выпустила первую песню «Head Above Water», которая создала клип. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.